сейчас покажу. Дверь что-то не закрыта. Вагон не самый новый. В туалете есть мыльце, туалетная бумага, кружка. Это западный стиль, это восточный стиль. Называется Шатабди, Шатабди экспресс. Шатабди — это век, значит. И, по-моему, 13 или 14 поездов Шатабди ежедневно выходят из Дели, как лучики солнца, а потом возвращаются в Дели к вечеру. Ага, thank you. Ой-ой-ой. И это, и вода. И вода предусмотрена. Замечательно. Каждому по бутылке. Я думаю, на столе поставили, пейте. Нет, каждому. Лимонный сок почему-то называется мания. Мания. Манит. Так, держи. Thank you. Чтобы вам легко не казалось. Ну, здесь не особо жарко, чтобы у нас была жажда. Но вода пригодится всегда. Ой, Сережка, какой ты молодец. И теперь, когда хочешь посмотреть видео, тоже опять же нажимаешь сюда. И вот, и потом сет. Для женских умов такая техника, да? Я надо, чтобы первый раз хотя бы объяснили. А мне кофе надо будет. А это что? Это чай, молоко и печенька. Мне тоже. Там чай, сахар. Нам надо кофе. Просим кофе. А что у нас с компьютером делать? О, какой кофе. А раньше брю давали, а сейчас континенталь. Наверное, круче. 1 рупия стоит, что ли? Вот. Ну, это... Ничего не тряхнет. Наливай. До этого не турбулентность. Скажи, отменяю эти мысли, что тряхнет, что да, упадет. Да. Все нормально. Вот и выпью. Она такая молодец, но она уже пожилая, она всякими такими практиками занимается. Она взяла... Ну, про случай, вот Ирина говорит, сейчас отменяю плохие мысли, я просто случай сейчас расскажу. Она, короче, дома, она уже пожилая, делала генеральную уборку. Она большую лестницу поставила, и там у себя на антресолях что-то, ну, вот у нее старая мебель еще убиралась. Начала падать. Что-то, говорит, потеряла ориентацию, начала, говорит, падать. Падаю, и такая думаю, у меня кости старые, я же все сломаю. Пока она падает, столько мыслей в ней, она говорит, все плохое, отменяю. Она говорит, я так рухнула. И лежу, думаю, это ноги шевелятся, все шевелятся. И встала, все. Говорит, все хорошо. Она говорит, я так быстро это сообразила. Она говорит, как мне это помогает. Такая интересная женщина. Да? Мне просто повезло. Нет, она, знаешь, она говорит, как, она говорит, все, что нас окружает, это результат наших своих собственных мыслей. Я с ним согласна. Да, да. Это точно. Наши мысли, это просто... Открой крышечку. Мои мысли, мои скрипы. Это волшебная палочка мысли. Все, что мы думаем, все сбывается. Здесь чисто довольно. Ну да, чистенький райончик. Прямо по улице, как курицы, гуляют павлины. Вообще, среди коровьих лепешек. Ну, забор, что ли? Да, прям забор шел. Как большая курица.
увидела? А я увидела, потому что вот это вот на голове у меня просто. Да. Смотри, вот это просто там. Ир, ты чей-то или чей-то просто? Много-много таракан. Много-много таракан. Просто птиц. Вопросов нет. И это нормально. Ну да. Так, сейчас раздали омлеты. Вам раздали вегетариан. Нам раздали вегетариан. Ну и покажи. Так, у нас есть браун котлетки. Fiber bread. Ага. У нас тоже. Что-то высочайшие фибры. Fiber bread. Микс фрут. Это джемчик, видимо. Маслица. Их самые известные фирмы Амул. А, да, кетчуп, нефотканная еда в рот не лезет, да? Так. Зеленая, да, точечка, это значит вегетариан. Зеленая точка, вегетариан. Зеленая вот здесь точка, ну, вегетарианская, без яиц, безо всего, да, растительная. И красная точка, яйца, опасность. Не, ну не написано опасность, но только то, что значит не вегетарианская. Красная точка, чтобы... У них же 80% вегетарианцев, чтобы они сразу знали, можно им кушать или не можно. Для вегетарианца это опасно, красная точка. Вот, очень удобно. Я вот, в принципе, тут горошек, картошечка. Я, получается, не вегетарианец. Хотя я считаю, что если оно без глаз, значит, я его могу есть. Я не ем никого с глазами. А яйцо без глаз? Нет. Нет. Вот рыбе же я не могу смотреть в глаза. От переживаний, да. Я что-то только не пойму. У тебя котлетки, да? Почему-то мне ложку дали. Да, у меня какие-то котлетки. А мне вилку. А мне куда-то позируйте. Давайте-ка позируйте. Девчонки, давайте-ка позируйте. Не, вы будете махать. А почему махать нельзя? А будет расплывчатая рука. Так, форк или как это вилка мазать? Фок. Фок, блин. Хотя викторианский фок есть. Какая разница? Да, ешь руками, да и все. Какой тебе фок? Да, это кетчуп. Главное, не форк. Да. Такая безумно вкусная котлеточка. Что внутри? Я не знаю, что внутри, но мне кажется, там разные овощи, они как-то вместе с картошкой. Спайси? Спайси, но good спайси. Хорошо, так кетчуп. Средненько. А это джем. А, это вот джем, да, вот сюда, значит, да? Не знаю. Я не знаю твоей этой системы. Это значит сюда. Еще, да, или нет? Должен быть, должен быть. Раз джем дали, не с котлетами ж его есть. И не с водой. Да. Зачем? Всегда говори да. Потому что я не хочу. Я не хочу. Пожалуйста, не надо. Надо со всей любовью тебе. На кого ставишь? Кто победит, как ты думаешь? Да, интересный вопрос. А мы ставки делаем. Я правда не буду. Пожалуйста. Наир, Наир. Чисто, чтобы... Подержу его, говорит. Это приятное дело. Вот у Иры прям стратегия железная. Мертвая хватка. Да, железная леди. И второй кусочек на подходе. Пока так не съешь этот, я не я тебя умоляю. Не буди во мне зверя. Это вкусно. Ира, куда мне? Я не хотела. Я уже не хотела, да? Сначала я не буду, да? Я не хотела. Не хотела, но факт уже как будто бы съела. Ты мысленно его уже съела. От тебя, Ира. От того, чтобы ты от меня две. От тебя, Ира. Хорошо. Лёду достанет. Победи.
заразила. Она всех продавцов уговаривает. Слушай, ей вот точно надо работать. Менеджером, да. Даже не замотивировав, она ее убедила. Нет, ничего не говорит. Нет, мы ничего не кушали. Фоми кофе. Вот, Сергей говорит, я вам отдам свои макароны. Опять пить. Кофе. Чай. Кофе. Кофе. Там сахар. Шуга? А, ну шуга это хорошо. Давай кофе, ага. Спасибо. А я думала, это пакет 5 или нет. Я ее знаю, Толщиной. Ману. Beautiful name. 5 лет. You can't end it. 5 years. Beautiful. Beautiful girl, yeah? Серега, я думала за телефоном. You must go into shopping for Пулихора. Что такое, Ирина? Не знаю, а давайте посмотрим, что за пулихора. Это вам подарок, да, принесли в обмен? Пулихора. Еда. Thank you very much. Давайте пробовать тогда. Так ну что? Давайте пулихор. Ой, а какой аромат, девочки, вообще. Нет, ну ложек-то нет у нас 10. Слушайте, такой аромат, так специями пахнет. Как плов, да. Thank you. Да нет, они сами делали. Сами делали? Они купили. Рука, лапку. Просад. Идемте все, подходите. Сережа, иди. Ребенок принес. Very nice. Лапки. Надо же, какая прелесть какая. Так, ну давайте, лапки. Будете пробовать? Гостинчик. Это как Zira Lemon Rice, вот похоже на это. Серега там, я умру сразу. Чего он там? С руки, потому что ничего, через неделю быстро поднятый не считается упавшим, будешь говорить. А потом скажешь, что я делала? А ты сама? Я сейчас сама тоже. Как вкусно, девчонки. Понравилось? Да. Very good, говорит. Вот видишь. Ложка-то одна. А по специям-то вообще не остро. Вообще прям. Ну, для меня остро. Да, да ты что? Может быть, тебе пилапа. Чили понравилось, попалось. На ужине. Там вообще был остро, да? Да. Он даже. Но мы его не ели. Вкусно.
вкусно. Мы, короче, взяли всяких булей. Так, ну что, давайте лапки по второму разу. Давайте по второму разу. И, вкусно. Короче, вот все это перепробуем. Они так сидят такие, да. Смотри, смотри, смотри. Давай, давай. Очень вкусно. Очень вкусно. Я это есть не могу. Я чисто символически с вами. Я тебе чили убрала, Сереж, в стороночку. Самое главное, чтобы чили не попалось, и все. Это изюм или орешки, что ли? Я не знаю, что это. Давай изюм. Давай еще. Давай. Это арахис. Арахис. А, арахис, они же... Это... Они его просто замачивают, когда зиралемон разделают, он такой, ага, вот желтенький, с арахисом, там немножко, давай, несколько крошечек дала. Саши, да? Саши пришел. Ага. Вот, видишь, как он как просад берет. Мы все, короче. А листочек — это карри ливс, листья дерева карри. Таня, дай мне вот это. Ешь, ты можешь есть, можешь не есть. Он съедобный, да. Но это же листок, это же специя карри. Давай вторую, это, вторую ручку. Вторую руку. Ира, давай. Оп, ой, так, чили. Чуть-чуть. Орешки еще хочу достать. Ага, thank you. Так, чили. Чили. Просто кому-то чили попалось. Вот, это, они вот очень быстрые же чили. Там аж народ шеи вытягивает, что мы делаем. Мы так и живем. Девочка такая трогательная вообще. Как ангел. Наши джентльмены и нас, и индийских тетушек всех высадили. Смотрите, багаж. Все вместе.